среду в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, днем плюс 3, плюс 5, ночью минус 1, плюс 1 градус, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток плюс 5, в темное плюс 1 градус, северо-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, днем плюс 4, ночью плюс 1, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 4, ночью нулевая температура. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.